Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас четверг, 19 ноября, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начинаем наш вебинар с календаря событий. Сегодня у нас есть два интересных отчета. Первый релиз 12.30, данные по розничной продаже в Великобритании. И также сегодня еще один интересный отчет 16.30 по Москве. Будут опубликованы традиционные по четвергам обращения за пособием по безработице. Начинаем обзор с пары евро-доллар. Накануне мы с вами говорили о том, что нам необходимо еще снижаться в область уровня поддержки 1.0610 и затем уже откат на коррекцию. Это будет связано с тем, что мы по индексу доллара подрастем в область психологического уровня 100. Вчера мы немного не дошли до этой отметки. Вчера максимум дня по индексу доллара был 99.96, и затем коррекция началась. По паре евро-доллар у нас вчера минимум был 1.0617. И затем коррекция началась, о чем мы с вами говорили. То есть будет коррекция, потому что будем фиксировать прибыль по длинным позициям, потому что был определенный устойчивый рост по американской валюте. И сегодня в Азию мы подкорректировались до отметки 1.0717, и здесь, на мой взгляд, события могут развиваться следующим образом: либо мы сейчас начинаем падать и опять идем на ту нижнюю границу, где мы вчера и завершили снижение, то есть 1.0617, 1.0610, но все-таки еще будет небольшой рост, то есть сходим чуть повыше, чем максимум текущего дня. Там по осцилляторам сформируем дивергенции, либо перекупленность, по разным осцилляторам будут разные сигналы, и здесь уже после этого будем снижаться. Если посмотреть, так, звук немного хрипит, сейчас попробую подрегулировать. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, как у нас сейчас со звуком, хорошо ли меня слышно. Да, отлично, благодарю за обратную связь. И, значит, что касается пары евро-доллар, то здесь, на мой личный взгляд, опять работаем от продаж, то есть ряд нисходящий, коррекции мы дождались, сейчас уже уровни гораздо выше, чем те, которые были накануне. Сейчас отметка 1.0681, и здесь, на мой взгляд, можно уже продавать с текущих, первую продажу разместить на 1.0681, 82, и вторую продажу разместить чуть выше сегодняшнего максимума дня, то есть у нас максимум дня 1.0717, и можно поставить на отметку 1.0730, на случай более глубокой коррекции. Здесь, как я уже говорил, либо мы сейчас сразу же начинаем падать, либо все-таки еще подкорректируемся наверх. Зависит от набора позиций, какой есть у крупных игроков, как они сейчас позиционируют рынок. Мы с вами этого не знаем, поэтому, чтобы нам не упустить возможное движение вниз, которое сейчас может начаться, можно уже продавать от текущих. И также второй сел-лимит чуть выше максимума дня. В целом, если посмотреть на структуру коррекционную, то мы подкорректировались, причем достаточно неплохо. Если смотреть на уровни Fibonacci от последнего максимума, то мы практически достигли отметки 50% по FIBA. У нас 50% по FIBA – это отметка 1.0721, а у нас максимум сегодня 1.0717, то есть 4 пункта не дошли. Если смотреть обычно, как у нас развивается коррекционная фаза, то здесь по Fibonacci мы достигаем либо 38,2, либо 50%, и затем идем дальше по тренду. Достаточно редко, менее часто уже мы достигаем третьего уровня 61,8. Поэтому здесь можно сделать вывод, что, наверное, достигли мы этой области 50%, и сейчас можем дальше снижаться. Если посмотреть на фундаментальный фон, то он по-прежнему негативный для пары евро-доллар. Здесь у нас накануне был опубликован протокол последнего заседания ФРС США. Протокол вышел умеренно позитивный для доллара. Вот до этого времени большинство протоколов все-таки были такие более негативные для доллара. Там ФРС все-таки указывали на то, что необходимо дождаться подтверждающие позитивные статистики, чтобы ставки повышать. И вот вчера, если смотреть на пресс-релиз ФРС, то здесь было указано то, что текущая ситуация макроэкономически позволяет пойти на повышение ставок в декабре.
Об этом указало большинство представителей Федрезерва. Также был повышен прогноз по инфляции в краткосрочной перспективе. Мы с вами это и наблюдали на этой неделе. У нас были данные по инфляции. И данные вышли умеренно позитивные. Небольшой прирост все-таки был по сравнению с октябрем. Среднесрочный прогноз по инфляции остался прежний. Но, тем не менее, это все равно позитив. И также вчера у нас выступал авторитетный представитель ФРС США. Это... Вторая фигура ФРС после руководителя Джанет Йеллен, вчера выступал Уильям Дадли, где он сказал о том, что если ФРС ставки повысит в декабре, это будет хороший сигнал для американской экономики и для всей мировой экономики. То есть, если вторая фигура в Федрезерве говорит о том, что у нас, если ФРС ставки повысит, это будет хорошо, значит, уже можно рассчитывать на то, что рынок еще больше сейчас будет позиционировать именно повышение ставки в декабре. Оно повышение может быть разное, может быть 25 сотых, как традиционно делают шаг. Обычно шаг по ставкам это 25 сотых. Следующий шаг уже 0,5%, потом процент и так далее. Но ФРС может повысить ставки и более умеренно, допустим, не 0,25, а 0,10, 0,15 сотых. Но, тем не менее, фактическое повышение будет. И вот на это рынок закладывается. Долговой рынок... всю эту информацию переварил, и в итоге спреды расширились. Опять у нас новые максимумы по долговому рынку, по спреду облигаций США и Германии за последние несколько месяцев. То есть все это крайне негативно, потому что увеличивает спрос на американские активы и, соответственно, падает спрос на европейские активы. И плюс еще баланс спроса на рисковые активы. Поскольку у нас иена в этом году стала валютой фондирования из-за того, что ЕЦБ проводит очень мягкую монетарную политику, программу выкупа активов, ставки 0,5 очень низкие, практически нулевые, то здесь спрос на рисковые активы также присутствует. Высокодоходные кроссы, в первую очередь необходимо смотреть на австралийский доллар к японской иене, он сегодня растет, фондовые рынки накануне также росли, сейчас... Некоторые рынки также демонстрируют рост, это азиатские площадки, вот российский фондовый рынок также прибавляет в весе. То есть есть в мире спрос на рисковые активы, соответственно, не будет спроса на евро как валюту фондирования. Получается, все факторы негативные, и, соответственно, шортим пару евро-доллар от текущих уровней и на 1.0732 сел-лимит. И здесь две цели можно поставить, по где фиксировать прибыль. Первая цель это 1.0617, вчерашний минимум дня, и вторая цель 1.0580. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Так, коррекция только сегодняшнюю сессию. Артем, благодарю за вопрос. Вы знаете, здесь либо коррекция вот у нас уже в Азию прошла, и она завершилась, либо все-таки еще можем немного сходить повыше. Поэтому я думаю, да, коррекция она либо завершилась, либо уже практически на исходе, и мы после этого будем продолжать тренд. Почему тренд продолжать? Ну, потому что мы на минувшей неделе позиции набирали, у нас был флэт, и мы из этого флэта вышли, и сейчас логично предположить, что у нас не будет затяжной коррекции. Почему не будет затяжной коррекции? Потому что на минувшей неделе рынок и так корректировался, рынок стоял во флэте. Была небольшая коррекция, рынок не может вечно корректироваться. На минувшей неделе была коррекция, позиции набирали, позиции набрали, и, соответственно, раз позиции набрали, зачем тогда еще затягивать время? Сейчас небольшая коррекция, то есть по времени она уже меньше, чем на минувшей неделе, и мы движемся дальше по тренду, то есть тренд вниз. Что означает маркетмейкеры прокотируют? Андрей, благодарю за вопрос. Это означает то, что если, например, у крупных участников рынка есть позиции, большие ордера на продажу, либо на покупку, то есть ордера, либо buy limit, либо sell limit, крупные участники рынка торгуют только лимитными ордерами, они не входят по рынку. Они ставят лимитные ордера на определенные уровни, и затем позиции их исполняются. То есть, смотрите, у нас есть два ведущих маркетмейкера на Форекс. Это Deutsche Bank Германия и Citibank America. На эти два маркетмейкера приходится почти половина всех операций на рынке Форекс. Там уже дальше идут другие банки, там Barclays британский, допустим, третье место занимает и так далее. Но их доля уже меньше. Вот два ведущих маркетмейкера. И, допустим, у этих маркетмейкеров кто клиент? Клиенты... различные пенсионные фонды, страховые компании, корпорации различные, то есть реальный сектор экономики. И, допустим, если какие-то клиенты разместили большие ордера, условно говоря, вот, допустим, сейчас у нас по паре евро-доллар 1.0680, это условный пример,
И, допустим, у нас ближайший уровень сопротивления. Обычно крупные клиенты работают от уровня, от на сильных уровней поддержки сопротивления. Почему? Как раз я всегда их и говорю на наших вебинарах, потому что именно крупные клиенты работают от уровней. Они на уровнях ставят лимитные ордера. И вот, допустим, у нас сейчас ближайшее сопротивление 0.7.12. И смотрите, вот что у нас было в азиатскую сессию. Мы сходили на 0.7.17 и пошли вниз, отбой от уровня. То есть на 5 пунктов превысили уровень. Он у нас вчера был 0.7.12, и сегодня, и завтра тоже может быть 0.7.12, потому что уровень сильный. Они могут только местами меняться. Либо это первое сопротивление, либо второе. Вчера было вторым сопротивлением, сегодня это первое сопротивление. И смотрите, на 5 пунктов уровень превысили и отошли вниз. А что, о чем нам это говорит? Это говорит о том, что у нас здесь были большие заявки на продажу. И, допустим, у нас, смотрите, в Азию торги открылись на отметке 1.0659. У маркетмейкеров есть крупные заявки на отметке 0.712, 0.713, 0.714. Крупные клиенты там разместили ордера. Маркетмейкеры как зарабатывают? Они зарабатывают на комиссиях. То есть, допустим, там ордер на отметке 0.712 на несколько миллиардов там базовой валюты. Соответственно, есть спред, там на межбанке спреды маленькие, полпункта, один пункт максимум. И вот эти полпункта маркетмейкеры зарабатывают. Но за счет того, что там операция на миллиард, соответственно, полпункта это очень хорошая комиссия. И для того, чтобы маркетмейкеру заработать, если там много заявок, туда котировки поднимаются, рынок туда котирует, заявки обрабатываются, и дальше уже рынок движется вниз. Так, значит, следующие вопросы. По золоту, Олег, благодарю за вопрос, ответим чуть позже, когда у нас завершится обзор валютных пар. Так, до конца месяца дойдем до четвертой фигуры. Николай, благодарю за вопрос. Вы знаете, не знаю, до конца месяца дойдем или нет, шансы есть. Именно до четвертой фигуры не знаю. Но вот я думаю, что до конца года мы будем тестировать отметку 1.0450. Вот до этой области дойдем. Может быть ниже. Может быть в ноябре, может быть в декабре. Но вот до где-то 28 декабря по циклам у меня получилось пара евро-доллар должна показать снижение и снижение вот на отметку 1.0450 и ниже. В том числе может быть на четвертую фигуру. Что послужило триггером для движения евро вниз по тренду? Какие новости? Первичная заявка безработицы? Так, или раньше. Что касается, Мурат, благодарю за вопрос, триггеров, то смотрите, триггер у нас один, то, что глобальный триггер, если смотреть в целом, потому что движение сегодня вниз, это не вот что просто из ничего. Движение сегодня вниз, это продолжение того тренда, который у нас был в начале ноября, в конце октября. У нас на минувшей неделе был набор позиций вниз, поэтому сейчас мы будем двигаться вниз. Основной глобальный триггер заключается в том, что ФРС ставки готов повышать в декабре, а ЕЦБ в декабре, 3 декабря заседание ЕЦБ, 16 заседание ФРС. ЕЦБ готов, наоборот, увеличивать QE, то есть смягчать монетарную политику. Вот как раз эту разноправленность в монетарных политиках и продолжают отыгрывать участники рынка. Вот это основной триггер. Перейдем к паре фунт-доллар. Пара фунт-доллар тоже корректировалась, даже повыше подкорректировалась, чем у нас единая европейская валюта. Это связано с тем, что у нас была хорошая статистика по именно инфляции, по важному макроэкономическому индикатору. И вчера мы с вами говорили о том, что у нас вначале будет рост, потом снижение, и у нас рост был на 52.48, потом сходили 51.87. И потом уже, когда мы по индексу доллара практически достигли отметки 100, мы вчера с вами об этом говорили, что будет коррекция по доллару, то здесь тоже коррекция у нас началась. И здесь, если смотреть на сегодняшний фундаментальный фон, на мой взгляд, сегодня у нас еще можно ожидать некоторого задерга наверх по британской валюте, несмотря на то, что коррекционные уровни уже достигнуты, коррекция очень такая существенная, тем не менее, на мой взгляд, еще будет заход на 53-ю фигуру, чтобы дивергенции по осцилляторам сформировать. С чем я связываю заход на 53-ю фигуру и образование дивергенции по осцилляторам? Я связываю с тем, что сегодня можно ожидать выхода данных по розничным продажам, которые у нас будут 12.30 по Москве, выхода данных чуть лучше консенсус прогноза на 0,1%. Или на 0,2%, вот в таком диапазоне. Я это связываю с тем, что была хорошая динамика на рынке труда в Великобритании. Безработица сильно сократилась. Средний заработок в последние два месяца, август-сентябрь, уверенно стоит на отметке 3% в годовом исчислении. То есть темп роста годовой 3%.
Это очень хорошие данные, и здесь можно ожидать спроса в ритейл-секторе, потому что население получает более высокие доходы, соответственно, согласно макроэкономическому тождеству, доходы равны расходы, и здесь получается, раз доходы увеличились, то здесь и будут увеличиваться и расходы, соответственно, в том числе расходы в ритейл-секторе. Поэтому здесь, на мой взгляд, можно ожидать непосредственно выхода хороших данных, и в этой связи еще поход на 53-ю фигуру. У нас текущая котировка 52.70, на мой взгляд, еще на 53-ю фигуру сходим, там уже дивергенции будут образованы, и после чего пойдем вниз. Почему пойдем вниз? Здесь есть два негативных фактора. Первый фактор – это сильное расширение спреда на долговом рынке, то есть облигации Великобритании и США. Здесь по 10-летним бумагам спред расширился, причем расширился на 3 базисных пункта накануне. Он расширялся у нас и в понедельник, во вторник он сокращался, а вот в среду расширение продолжилось. И здесь, в целом, с начала недели расширение идет, и расширение такое сильное в пользу именно американских активов. То есть будет спрос на американский доллар. Это первый фактор позитивный для доллара. Второй фактор то, что у нас по-прежнему негатив на рынке нефти. Вчера мы с вами говорили, что нефть продаем на росте, Brent, и ждем снижения с нижней границы по Боллинджеру. И мы достигли этой нижней границы. Вчера у нас сначала мы сходили 44.89 по Brent, потом на 43.50. Вчера были данные в целом тоже негативные, но уже не такие сильно негативные. Здесь, можно сказать, такой умеренный негатив. То есть запасы выросли, но меньше, чем был консенсус-прогноз. Все-таки ожидали большего роста запасов. Но, с другой стороны, увеличились запасы бензина, которые до этого сокращались несколько недель подряд, и также выросли запасы в нефтетерминале в Кушинге, в Оклахоме. Это тоже является своего рода опережающим индикатором. Обычно именно с Кушинга и начинается негативная тенденция, если запасы увеличиваются, либо позитивная тенденция, если запасы сокращаются. В Кушинге запасы увеличились больше, чем ожидали участники рынка, и в этой связи получается два фактора негативных, один позитивный, то, что запасы в целом вышли лучше консенсуса прогноза. И вот два негативных, один позитивный, вывели нефть на 43.50 вчера Brent. Но пока что мы еще не достигли ключевого уровня. 42.50 у нас по Brent поддержка. И вот сегодня, на мощный взгляд, мы еще будем немного снижаться по Brent где-то вот до середины американской сессии, а затем уже можно также ожидать некоторого коррекционного движения наверх, потому что по циклу мы как раз подходим к точке коррекции. Точка коррекции – это вторая половина 19 ноября, первая половина 20 ноября. То есть где-то совсем близко у нас после снижения будет коррекция по Brent. Но перед тем, как зайти на коррекцию, обычно рынок еще идет по тренду, поэтому тренд вниз, нефть будет снижаться, инструмент товарного рынка также демонстрирует снижение. И вот с учетом дивергенции, которая у нас может быть установлена по RCI, допустим, или по стохастику, по часовым свечкам, если мы сходим на 53-ю фигуру, то есть вот технический сигнал дивергенции на часовиках, и плюс фундаментальный сигнал расширения спреда на облигационном рынке и движение по рынку нефти вниз. Вот эти три фактора, один технический, два фундаментальных, на мой взгляд, будут способствовать снижению пары фунт-доллар. И здесь можно будет ожидать снижения. Первая цель – это, соответственно, средняя граница по Боллинджеру на часовках. У нас сейчас это отметка 52.38. И вторая цель – это нижняя граница по Боллинджеру на часовках. Это отметка сейчас у нас 51.82. Поэтому здесь такой сценарий. В начале роста от текущих на 53-ю фигуру 53 ровно 53.10. И затем уже снижение здесь. Я уже сказал, что либо к средней границе по Боллинджеру на часовках 52.38, либо к нижней границе 51.82. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллара, я на них с удовольствием отвечу. Так, когда будем шортить? Кирилл, благодарю за вопрос. Ровно через неделю, вчера я уже об этом говорил, сегодня еще раз напомню, ровно через неделю, 26 ноября, мы проведем специальный вебинар по Сбербанку. Все более подробно рассмотрим, фундаментальное состояние компании, технический анализ проведем, мы дадим прогноз, что же делать, либо покупать, либо шортить. Прошу вас запастись терпением, осталось ровно неделя,
Будет очень интересный вебинар через неделю, 26 ноября в 17 ровно. Приглашаю вас и всех остальных участников нашего вебинара, потому что мы еще ни разу не проводили вебинары по российским акциям. У нас вот летом появилась в нашей компании FreshForex такая возможность. Можно торговать российские акции, все ведущие голубые фишки. И вот на будущей неделе первый у нас как раз вебинар за все время мы проведем именно по российской компании и возьмем лидера нашего фондового рынка Сбербанк. Осталось ждать неделю. Так, профит стоял 6.19, она дошла до 6.17, а ордер не сработал. Лидия, благодарю за вопрос. Напишите, пожалуйста, ваш вопрос. Служба поддержки клиентов, вы совершенно правы. Цена 0.6.17, спред 2 пункта. Ордер должен был сработать. Просто это вопрос уже такого технического характера. Я не технический специалист, такими вопросами не занимаюсь, поэтому обязательно напишите в службу поддержки клиентов, либо позвоните по бесплатному по бесплатной телефонной линии 8 800 333 8808 и обязательно задайте свой вопрос. Так, значит, вчера он был 2 пункта, пишите в техподдержку. Действительно, Роман совершенно прав, напишите в техподдержку. Так, почему нет индекса РТС? Ярослав, благодарю за вопрос. Я передам ваше пожелание по индексу РТС, и, возможно, в самое ближайшее время он появится. Благодарю вас за обратную связь. Также, уважаемые коллеги, если у кого есть какие-либо пожелания по вебинарам, какие темы вебинаров вам хотелось бы услышать в нашей компании, либо, возможно, по инструментам, какие бы инструменты вам хотелось торговать, всегда пишите в чат, и все ваши пожелания они будут переданы непосредственно ответственным специалистам. Перейдем к следующей нашей валютной паре, доллар, японская иена. Здесь тоже была коррекция, вчера мы подросли на 123.75 и затем корректировались. Коррекция связана с тем же самым фактором, о котором мы уже говорили, это коррекция по индексу доллара в целом. То есть это не укрепление было евро или укрепление фунта и японской иены, это была коррекция по доллару. Поэтому здесь вот такое синхронное движение, укрепились все конкуренты доллара. И доллар падал, соответственно, во всех валютных парах. И сейчас, на мой личный взгляд, можно уже покупать от текущих уровней данную валютную пару. Подкорректировались. И здесь покупка на текущей отметке 123.30. И вторую покупку можно разместить чуть ниже сегодняшнего минимума дня, который у нас был в азиатскую сессию в 5 часов по серверному времени. Здесь у нас минимум был 123.08. Вот 123.05 второй бай-лимит можно поставить. И ждать роста котировок, здесь верхняя граница по Боллинджеру у нас сейчас 123.66, это соответственно первая цель у этого роста, и вторая цель это второй уровень сопротивления на сегодня 124.06. С чем я связываю рост котировок? Я связываю это с двумя ключевыми факторами. Первый фактор это то, что есть спрос на рисковые активы, высокодоходные кросс растут, фондовые рынки растут, соответственно, на иену спроса нет, потому что иена безопасный актив валют фондирования. Спрос на иену будет в том случае, когда будут распродажи по высокодоходным кроссам и по фондовым рынкам. Пока что распродаж нет. Есть покупки, где-то покупки больше, где-то покупки меньше, но тенденция наверх. Соответственно, иена вниз. Это первый фактор позитивный для доллара. Второй фактор позитивный это то, что у нас сегодня состоялось заседание Банка Японии, и сейчас у нас завершается пресс-конференция господина Куроды, главы Банка Японии. Он заявил о том, что Банк Японии указывает на главный негативный фактор для инфляции в стране восходящего солнца, это снижение цен на нефть, и они будут следить внимательно за динамикой рынка нефти. Пока что Банк Японии не настроен менять монетарную политику, об этом, в принципе, речи не было. Были, конечно, слухи у нас в октябре месяце, что Банк Японии может пойти в октябре на увеличение пакета стимулов, но вот тогда, в октябре месяце, если вы помните, кто был в наших вебинарах, я говорил о том, что, на мой взгляд, раньше 2016 года Банк Японии стимул увеличивать не будет. И поэтому мой прогноз по-прежнему в силе, раньше 2016 года мы ничего не увидим, и мы это только увидим, когда нефть по бренду будет на отметке 40. А я думаю, эта отметка как раз будет в 2016 году, в первой половине 2016 года. И вот тогда у нас и Банк Японии будет пакет стимулов увеличивать. Ну а пока до этого времени у нас будут потихонечку слухи формироваться. Слухи того, на тему того, что Банк Японии будет увеличивать пакеты стимулов и, соответственно, здесь будет у нас негатив для иены, потому что если КУЕ увеличивают, иена девальвирует, соответственно, пара доллар-иена наверх.
Также господин Курода отметил, что с большой тревогой он ждет весенних переговоров по заработной плате. На следующую весну 2016 года намечены переговоры между правительством, Банком Японии и корпорациями японскими на тему повышения заработных плат, потому что в Японии корпорации работают с прибылью, причем, по мнению Банка Японии, прибыль достаточно высокая, и корпорации должны делиться своей прибылью со своими работниками, то есть они должны пойти на повышение заработных плат, причем на существенное. Корпорации, естественно, другого мнения, они хотят делиться прибылью, и здесь такой вот возникает конфликт, и сегодня Курода еще раз указал на то, что с большой тревогой они ожидают весенних переговоров. Почему эта тревога и почему это так негативно для экономики? Потому что если зарплаты растут, то доход населения увеличивается, и, еще раз повторю, это макроэкономическое тождество, расходы равны доходам, то есть увеличение доходов будет равно увеличению расходов. Соответственно, если средний заработок будет увеличиваться, то будут увеличиваться расходы, а личное потребление – это 2/3 экономики Японии, 2/3 всего ВВП, соответственно, если расходы домохозяйств населения, то есть увеличиваются, соответственно, будет и увеличиваться ВВП. И, соответственно, будет позитив в Японии, экономика будет расти. И наоборот, если зарплаты сильно не растут, то, соответственно, расходы сильно тоже не меняются, и здесь, соответственно, не стоит ожидать позитивной динамики по ВВП. Вот почему Курода этого и боится. И, соответственно, это тоже все негативно, потому что создается вот такой негативный фон. Цены на нефть падают, по заработным платам нет консенсуса, нет договоренности, и причем есть тревожные ожидания. Соответственно, все это негативно воспринимается участниками рынка, и вот с учетом всего этого дифференциал доходности у нас здесь также расширяется. То есть доходность японских бумаг стоит практически на одном уровне, 0,3% по 10-леткам. Американские, хоть и умеренно, все же растут, практически 2,30, и, соответственно, здесь спред почти 200 пунктов, и он, на мой взгляд, будет продолжаться увеличиваться, расширяться, и, соответственно, здесь фактор негативный для японской иены. Поэтому здесь покупаем с текущих и чуть пониже, 123.05, и ждем роста котировок к верхней границе по Боллинджеру на часовках. Это первая цель 123.66 и 123.06, вторая цель на сегодня. Уважаемые коллеги, у нас еще есть немного времени, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Что касается по золоту, то вчера я говорил о том, что у нас уровень 1077 ключевой, и мы по классике жанра технического анализа должны его повторно тестировать. Сегодня мы его протестировали, о чем я и говорил, то есть классика жанра отрабатывается, скажем так, и да, можно шортить уже вот от 1077, конечно, лучше было бы не от текущих, вот текущая 1075.39, лучше, конечно, было бы шортить 1077-1076. Ну, можно и от текущих, то есть первый шорт можно от текущих поставить, и второй шорт чуть выше сегодняшнего максимума, у нас максимум 1079, здесь можно поставить отметку 1084. То есть текущая отметка 1075 и 1084 для шорта, и ждем снижения по золоту. Так, коррекция только в сегодняшнюю сессию. Артем еще раз спрашивает. Артем, уточните, пожалуйста, коррекция по какому инструменту и в какую сегодняшнюю сессию? У нас 3 сессии на рынке. Вот прошла азиатская сессия, сейчас европейская. 16 ровно по Москве начнется американская. Какая именно сессия вот вас интересует? Уточните, пожалуйста. Так, в интернете вообще нет никаких роликов по циклическому анализу. Александр, проведите вебинар, расскажите все, что знаете. Ярослав, благодарю за вопросы, обязательно проведем и обязательно поговорим. Единственное, что циклический анализ – это тема очень глубокая. Там, я думаю, одного вебинара будет крайне мало, там необходимо цикл вебинаров проводить, потому что объем информации очень большой. Я сам изучал более одного года циклический анализ. Там очень и очень много тонкостей и определенных нюансов. Так, по паре евро-доллар сегодня. Что касается сессии, то смотрите, сессия у нас сейчас европейская, потом начнется американская. В какую сессию, Артем, уточните, пожалуйста. И вот что касается пары евро-доллар, то я уже говорил. Здесь шортим. Вот отметка была 1.0680 и также 0.730, шортим пару евро-доллар. Коррекция либо она уже завершилась, либо она еще немножко будет продолжаться. Вот такое мое мнение по паре евро-доллар. То есть она, возможно, уже завершилась в азиатскую сессию, и сейчас больше мы вверх расти не будем. Почему я и говорю, что шортить уже с текущих и второй сейл лимит чуть повыше.
Уважаемые коллеги, также небольшой анонс. У нас сегодня также вебинар в 17 ровно по Москве. Приглашаю всех принять участие. Вебинар будет очень интересный. Поговорим о торговле в боковой тенденции, в диапазоне, во флете, в консолидации. Это все у нас одно и то же, только называется разными словами. Вот сегодня поговорим об этом состоянии рынка, как необходимо в нем торговать, как эффективно торговать в таком состоянии рынка. То есть у нас есть либо тренд, либо флет. Вот как торговать во флете эффективно, сегодня мы поговорим на вебинаре. И завтра, также в пятницу в 10:30, вебинар по обзору валютного рынка Форекс. Ярослав, благодарю вас за обратную связь. Обязательно примем ваше пожелание к сведению. Уважаемые коллеги, время нашего вебинара подходит к завершению. Благодарю всех за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли, хорошего настроения. До новых встреч.